По предварительной версии, водитель автомобиля «Шкода» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Лексусом». В результате лобового столкновения 24-летний водитель «Шкоды» погиб на месте. Чтобы эвакуировать тело из-под груды обломков, пришлось прибегнуть к помощи спасателей. Водители и трое пассажиров «Лексуса» госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.